Приветствую вас, дорогие зрители и подписчики. Перед просмотром хотелось бы попросить, чтобы вы поставили лайк и подписались на канал. Приятного просмотра! Наследница Эдуарда Успенского Татьяна рассказала, почему на самом деле ненавидит знаменитого отца. По словам женщины, писатель знал о разврате в секте Виктора Столбуна, куда он отправил ее в 11 лет. Татьяна Успенская призналась, что ей тяжело переживать заново то, через что она прошла в детстве. Это были грубость, хамство и рукоприкладство отца. Женщина долгие годы носила это в себе. Теперь она благодарна тому, что ей дали возможность высказаться. Дочь литератора поведала о страшных вещах, творившихся в секте. По словам Татьяны, ее, 11-летнюю девочку, как и всех там, лечили процедурой слоения. Рядом с наследницей Эдуарда Успенского на процедуре лежала актриса Елена Санаева, жена режиссера Ролана Быкова. Татьяна вспомнила, что Столбун говорил ее отцу, что она шизофреник, и ее надо лечить. У девочки из-за секты упала успеваемость в школе, потому что времени на учебу не оставалось. В секте дочь Эдуарда Успенского провела 3 года. Она поведала, что ее обманули. По словам женщины, родитель говорил, что в коммуне у Столбуна ей будет хорошо, как у Макаренко, где образцовые, добрые люди. Но она быстро поняла, что это не так. Там были побои и унижения, отметила Татьяна. Сбежать из секты ей удалось в 1984 году. Напишите свое мнение об этом в комментарии. Обязательно поставьте колокольчик и подпишитесь на канал, чтобы не пропускать свежие новости каждый день. Спасибо за просмотр.